Завтра в полдень я уйду в отставку с поста президента. Сегодня вы вновь встанете на защиту нашей свободы. Мы будем жить! Мы выживем! Сегодня мы празднуем нашу! Если вы только что включили телевизор, это прямой репортаж... Этого не избежать. Мы погрязли в грехах и наполнили мир насилием. Значит, нас самих нужно истребить. Что ты хочешь? Ты всерьез решил защищаться от меня здесь? Я защищаюсь не от тебя. У меня за спиной войско, а ты один и бросаешь мне вызов? Я не один. Когда они придут, они будут в отчаянии, их будет много.